Одна, блять, я съел. Давайте там еще пацана загасим одного, он на хуй. Откуда? Откуда? Идите за мной. У вас тоже лагает? А, понятно. Он самолет взял. Нет, не лагает. Значит, у меня просто... Да раз, блядь, самолет спиздил. Ну все, тут больше никого нет, значит. Ну, на... А, их двое, он сидит. Их двое, да. Ну, опа, парни. Улетаем. Классная бомбардира. А, я убежал. Итак. А, они косые, они вообще за крепостью Кастана. Нет. Пару раз попали. Ну. Исключение. Че, может, дроп хуже? А я не знаю, есть смысл не слутать? Можно посылку вызвать просто. Ну, нет. Ну, если кто-то еще магазин, то... Ну, бля, я, короче, пока отойду. Сейчас я окно закрою. Ближайший магазин только вызвать. Да. Сейчас пойдем, как-то. Ну, типа, они слабут, нет? Давайте вниз пойдем, где там, ладно. Да тут лута на больше. Да. Андреем Ковалевым. Нет. У меня одна броня есть только. У меня тоже одна. Да, полтора брони. Можно мне дать. Полтора. А, противогаз есть тут. Надо кому-нибудь. А, еще одна шпала. Я не буду брать. Спасибо. Что-то у меня рука занята. Что это такое? Я нашла торговца. Берите припасы. Я побежал туда. Где у себя в репертуаре? Чё? А я могу гранату убрать? Ай. Чё, если я приготовил гранату, я не могу её переключить. А мы немножко разделились. Блять, у меня почему-то ушники не канатят с куху подарить. Тренировка. Скажи, что я взяла. Ку-ку. Алло. Блять. Что за хуйня с том, что... Муж сел. Нет, он фуловый, очень прикольный. Да, он фуловый класс. Да, бывает багованный, что бывает багованный. Левый багует, правый нормально, левый багует. Тут палёный. На, тут. Так, слышь, Хантер, не отходи так далеко только. Мы не успеем не спасти просто. Call an ambulance, but not for me. Вы посылку можете без меня, без меня заказать? Да. Нет. Нет. А, нет, нет. Или 400 у меня, или 600. Андрей, купи БПА. И там, Хантер, может еще брони купить. Типа, mm-hmm. каждый. Я куплю посылку. Я думал саморез купить. Да нет, тут без самореза. Саморез, если что, мы так называем самореанимацию. Героин. Я понял. Типа, да не, втроем тут уже можно так, лучше по инфе играть. У меня лагает, у вас пролагивает? Нет, у меня вообще не лагает. Я чуть-чуть пролагал. Ну, блядь, что-то для вас ебать делал. Держите, деньги я скинул. 49. Чебеть. Нормально так. 300 бакс умноженный на 3. А чё, броню никто не будет покупать? Я взял. Я взял и скинул. Мне три штуки надо. А. Чё? Мне три штуки надо, говорю. Посылку мы... Андрей, купи брони? Или у тебя фул? Вам отправлена посылка с комплектом. Две фулки поедут. Посылку, блядь. Значит, еще есть люди.
Чего, чего прилетело? Подождите, подождите, я не могу. Там двое, 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 двое. Я не могу. Не идите по мне. Вот здесь вот, вот здесь вот. Все, иду. Перед нами двое, только кто-то. Щитом один, щитом один. Макалак стана. Одного убил. Один в доме, один в доме. Дом чеку. По-моему, в доме просто не. Давай попула. Давай попула. Да, в доме, в доме, в доме, в доме. Дом чеку, но я не чеку окно. И у меня очень сильно лагает. Типа. Давайте их зарашим, мы же двое, не, не пойдем. Давай. Иди, по, Андрей, подходишь? Да. Вот он, вот чел. Световая пошла. Вот чел перед щитом. Я перекрыл. Кадр, аккуратно. Один и броню снял, броню снял. Вырубил. Все, все мертво. Одну. Одному накидал. Поднимешь? Да, 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 все, да, все нормально. Не смотри. Так, мне нужна ракета. У нас есть парная ракета? Я вот тут чела убил. Есть, есть, три. Спасибо. Не зря я взял. Вот тут чел бежал, а он не стрелял. Не нужны никому патроны, я могу патроны средние дропнуть. Да. О, нет. На, берите. Короче, вот, все средние держите. Что у тебя такого там? Приближается газ. Блять, а где у меня перк, я не помню. Прикройте мне жопу. Ну. У тебя тело блять. Yeah. Да, вот я нашел, ебать. Внутри кольца, сейчас будет шумно. Да блять, мне другая М4 нужна. Так, тут тачанку использую. Все, я все, я золотый. Пошли следующих убивать. Бля, я... Подожди, стоп. Я там оставил кое-что очень важное. Подожди. Датчик. Да. А, ты его взял? А, нет. Нет. Датчик? Датчик. Да. Датчик. У меня датчик сломанный, кстати. Полностью. Почему? Почему? Он показывает неправильно почему-то. А что, есть такой датчик или ты просто так говоришь? Кто-то с объявления. Он, типа, неправильно показывает. У меня был один раз то, что челов по датчику даже не показывалось. Ну да, да, да. Такое тоже. Перка есть такая. Хотя перка нет такого. Андрей, Джокер будешь брать? Меня... Джевелин. Да, я возьму. Нормально. Пацаны, тут... А, усиленные патроны я возьму. Я их замуж. Щ... Они просто оставили. Кто не хочет взять? Не-не-не, у меня своя хп-шка. Вертушка? Сбей, Андрюх. Он далеко, по-моему, уже. Что-то нет. Далеко. Что-то. Че? Прицелился? Да, я смог. По-моему, они дропнулись из тела. Они дропнули. Но я на всякий случай стрельнул. А еще аркет у вас есть, парни? Нет, у меня одна есть. У меня есть еще. Андрюха, не трать так. Типа, от, по одной было. Наряды для гранатомета. Блядь, кого-то убил. Машина сзади едет! Сзади машина, пацаны, мапа! Да, по броне. По-моему, она... Что? Она не... Она... Я не понял, какой. Дар речи был потерян. Я слышал, что я стрельнул, но ракет не вылетел. Походу, рядом пролетел. Че, пойдем их добивать? Нет, она они просто буганулась. Не знаю, нет, я просто одному дал по броне два раза. Давайте попробуем. Ну, их вроде двое было, либо вообще один даже. Я не увидел. Не, не уехали. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Просто, да. Перед нами вот здесь чего? Давайте попробуем убить. На мент идем. Надо было пиво оставить. Слишком много навозился. Спелый бы я их за секунду взорвал бы. Выдвигаемся. Вот, передо мной чел. Контакт. Поднимает, поднимает. Огонь. Да, минус броня. Да, мы убили его. Ревайв есть. Ревайв у него. А, его добили. Добили с моей метки уже, зеленый, там вторые чего. А, или отсюда. Давайте слева обойдем, парни. Парни, парни, парни. А, да. У меня вроде кто-то есть. Я не уверен. Не, никого. Пошли купим. БПЛ. Тысячу давай, денег. Хантер дропнешь ему? Да, да. Тысячу.
Ну, это лишь. Кто-то хоть что-то купил, кто-то что-то купил. Пацаны, это деньги, это звук да. денег. А, звук денег я скинул. Блять, сори. Паранойя. Без инфа. На, держи, ты еще обратно тебе возвращаю. Перед нами двое, вот здесь, в доме, давайте попробуем бить. Ой, блядь, ну, пиздо, их трое там. Двое. Еще слева есть. Перед нами дом, можно будет попробовать зарашить. А их двое, разве. Да, вот будка. А, они стоят, вон стоит. Стоит. Нокнул. Идем быстрее. Окно второй этаж. Блять! Вырубил. Вырубил его. На второй этаж закидывайте гранаты. У меня нет вообще. Пойдем рашить? Да, пошли, заходим. Телка поднят, если что. Световая пошла! Да, он там вон. А чё? Он его поднимал. У него просто на глазах вас поднимал. Да, я тоже ее. Так я зажал, патроны не прорегали. Подожди, а где телка? Кого он поднимал? Какие-то трупы. Так, раз, два. Труп где валяется, дроп где там? На улице, скорее всего. Да, вот он. Все, аккуратно, здесь давайте в дом. Гранаты есть. Да, вот здесь пополнить есть, можно ракеты и гранаты, пацаны. Что там? А, только ракеты, извиняюсь. Здесь. Опа, ну это моя часть. Ну, я чуть тупо проседает. Мне нравится. Что там есть? Нет. Да, мне вообще холодно, пиздец. Прям дрожу, ебать. Мерзло. Просто восторга. Ну, кстати, неплохо. Понятно, ромбик 7 кило, блядь, напиздил, как обычно. Да, по факту. ПВА жалко нету. А, мы можем купить. Скиньте денег, я куплю. Сразу их что заранее. Скиньте мне бабла. Все, уже достаточно вообще-то денег, если чё. Ну, блин, халин. На стадиуме чего есть, что, попробуйте их найти? Были на стадиуме. Я со своей мушкой... Да тут валяются снайперские винтовки. Можете посмотреть. Это что за хуйня? Это труп дернулся. Блять, я не могу, мне трясёт, пацаны, сори, прям пиздец, как будто я, блядь, не знаю, подспать на давайте попробуем залезть, я первый еще, чтобы если меня убили, забить, на меня хуй просто убегать. Сейчас, блядь, ебучку сону. Еще можно выше. Еще я вижу, куда он забежал? Здесь враги. Это плохая идея. Он убегает. Он не понимает откуда. Дал шот еще один. Еще дал шот, он в броне. Че, в зону полетим? Или добьем? А, вон еще один, здесь. Я вижу. Чек, нокнул. Идем рашим. Давайте улетаем. Улетаем? Окей. А смысл? Я не хочу в зону. Сейчас из зоны встретим. Ага. Может там еще. Они же не от кого-то просто спрятались, получается. Че, на камень прям забегаете? А я не могу забраться с скалы. Я тоже. Не, вот ко мне сюда. Это главная кто проблема взлять? Этой игры. На нас должен бежать. Что-то я не вижу. Видите? Вот он! Пацаны, у меня! Склад! А, вижу. Нокнул одного. Втором броню снял. За деревом. Блин, я даже через там, как начать. Что-то мы... У них броня была. По-моему, я снайпера видел. Да, на холме, склад. Три человека. По башке мне дал, по жопе. По мне хуя. Давайте вниз отходи. Вниз, вот сюда можно дорогу. Пацаны, ко мне можно залечь. Патронов маловато, средний у вас есть. Одну обойму есть? У меня патрон на гранат. А, я их не подобрал. Вот, на снайперку, а вот на гранатомет.
Все, забирай обратно, мне нужно среднее. Среднее, да? Обойму хотя бы одну. Ой, ой, мое, мое, мое! Похуй, посмотри, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ладно. Это... Может, я взорву квадроцикл на всякий случай? Вот там он был, около квадроцикла. Ну ладно. Пацаны, давайте в зону, надо вот тут дорогу перебегать. Давайте плохо на квадроцикл. Машина, машина, машина. Где? Машина. Вот Андрюх, вот, едет машина, подбей ее. С чего он? Они едут куда-то. Они остановились, походу. Или нет? Вот надо в эту будку бежать. Пацаны, идете, передо мной, кажется, либо склад. Вы идете? Да, у нас тут просто дорога, очковое место. Они вышли из тачки, я взорвал ее. Похуй. Ладно, из программы ничего обидного, сразу говорю. Да мы уже ебашим. Чего говоришь? Мы уже разъебываем. Ну да. Тут камни, я сразу их, блядь, перепрыгну, нахуй. Потому что камни это, блядь, зло, ебать. Проиграть из-за камня. Тут контракт. Опа, камень, который не перепрыгивается. Проходится. Чекай, типа, Андрюх, у тебя же есть этот локатор? Чекай его, нахуй. Нет. Сейчас пойду контракт возьму. Челики близко. Мы тут сидят двое. Вот, слева, аккуратно. Подрашим? Давайте налево, давайте налево, пацаны, сзади меня пройдем. Вот здесь сзади, в спину зайдем. Около этого аирдропа. Два, около аирдропа. Один лежит. Нокало на вас. Пацаны, у меня что-то один, блядь. Понял? Последнего добиваю. Добил. Убил. Убил я. Есть, ты видел? Слева, я в неё навёлся с помощью этого. Ко мне, пожалуйста, ребят, слева, видите, зона. Слева чел сольник бежит. Вот там еще бежит. Нокнутый, нокнутый. Нет, там два раза склад файт. Еще справа стреляют. Вон там склад. Осторожно, парни. Справа. Снял броню тому. Тому спереди снял броню. Надо правых. Надо правых. Вот снайпер, да, на оранжевых меня. Еще слева. Еще слева есть склад. Меня чекают. Я не знаю, что делать, парни. Хилься. Надо перебегать. А тебе броня нужна? Нет. Нет, я Хантер на возьми. Да, 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 да. Слева, блядь, там либо он на горе, либо я хуй по нему. Правый пойдут из зоны, мы их должны принять. Они файтят с кем-то. Вот там. Во, вижу, вон, вижу. Вон бежит. Без брони. Выдвигай. Вот там вот на моей зеленой метке все без брони. Видел, да. Двое. С броней. Без. Вот это что без брони? Понял. Пацаны. Я спину чекну. Давайте ко мне, давайте ёбнем, пацаны. Они вот сейчас здесь пойдут. Вон он. Вон он. Броню снял. Снайпер, снайпер. Броню снял. Нокнул. Хилится. Добил. Вон. Вот чел. Лечь чел. Двое. Снял броню. Одного нокнул. Двоих нокнул. У них саморез, походу, да. Добил. Сзади. Скорее. На горе. Я дропнулся случайно вниз, пацаны. Я тоже, да. Перед Хантер, перед тобой. Брони снял, Хантер. Ну, убил. Я пошел залутаю его. Надо обходить с той стороны. С левой, парни, быстрее. Последний склад и еще человек, возможно. Два склада. На горе вон там было. Один на горе, да. Да, вон снайпер. Правее я, чуть от моей метки. Я сейчас тебя хаешь, как хуярил. Отойди. Хантер, отойди. Снайпер, вон, да, на горе. Дал по броне одному. Нокнул. Отойдите. Он еще шерится. Давайте в зону чуть-чуть пройдем. Справа. Я им Донбасс устрою. Мы еще задние обошли. Вот, вон, вот они, смотри. Да, снял броню одному. Без брони. Нокнул. Без брони. С броней. Одного добил. Вот, за деревом. Еще один за гранаты броню. Закидываю. Последнего нокнул. Один последний. Все, снова чел, мы выиграли. Это изи. Это легчайший. Кстати, киллов очень много у нас, прям очень много. Я не почувствовал даже. Легчайшая с Хантером, я считаю. Хорошо сыграли. Сколько киллов у кого? У меня очень много, там много. У меня 9, у тебя 9. Да? Нормально. Хантер 4. 18,
22 кило на скин. Нормально, кстати. Все. Хантер ливнул?